Дагестан. Что ты в аэротрене, да? Да. Вот здесь, спрашивают, что ты в аэротрене, да? Представляем судейскую бригаду Ковра А. Руководитель Ковра Амарилев Замир, судья средней категории, Республика Крым, город Евпатория. Арбитр на ковре Шмелев Сергей, судья средней категории, Смоленская область, город Смоленск. Боковой арбитр Сергей Прошкин, судья всероссийской категории, Республика Калмыкия, город Элиста. Судейская бригада Ковра Б. Руководитель Ковра Николаев Николай, судья всероссийской категории, город Москва. Арбитр на ковре Кривошапкин Вячеслав, Республика Северная, Республика Саха-Якутия. Поправка. И боковой арбитр Якучаков Сафрон, судья всероссийской категории, Кемеровская область, город Кемерово. После финала весовой категории 62 килограмма будет проходить церемония награждения победителей и призеров весовой категории 57 килограмм. На ковре Б победу одержал Инал Амчоков, Кабардино-Балкарская республика, и стал бронзовым призером первенства России среди юношей до 16 лет. Поздравляем Инала с этой победой. Город поедешь?
блин, опять такая же ситуация, как первый раз была, блин. Такая же тоже? Да. Сейчас уже там же бассейн есть, блядь, делал. Внимание, водитель автомобиля Lada Largus номер 343 ОХМ, 123 регион. Просьба убрать машину, заблокировали вы выезд. Республика Коми и стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе до 16 лет. С чем мы, Матвея, и поздравляем громкими аплодисментами. На центральный ковер приглашается финалисты. Борьба за первое место. Мухаммад Ахмедов, Санкт-Петербург, и Марат Ахаминов, Республика Крым.